Основной удар 11-й армии. Да где же обещанные подкрепления? Товарищи, подмоги не будет. Комдив просит нас продержаться до вечера, чтобы дивизия успела выйти из боя и закрепиться на новых позициях. Так, ну что ж, всем привет. Как я и обещал, сегодня мы будем делать обзор на черных бушлатов из серии «В тылу врага 2». Как вы уже поняли, игра про наших русских моряков, которые сражались с немцами с 1941 по 1945. Так, и у нас миссия обороны Севастополя. Так. Ну что ж, нам тут предлагают закрепиться на наших тут позициях. Так, что мы будем делать? Так, бей коктейль. Потому что сейчас попрут танки, и тут уже будет нереально тут без гранат сдержать оборону. Но мы будем держаться до конца. Ни шагу назад, как говорится. Так, так, у нас здесь что есть? Истребители. Так, удар смотрит. Так, ты чё? Ух ты, огромные патроны. Так, иди-ка сюда, подбирай. Так, все, самолеты полетели. Так, юнкерсы. Нет, как называли, штуки? А, вот они и попёрли. Так, у нас задание не дать противнику добраться до госпиталя. Вот как эти машины тут будут с ранеными наполнены уже, то тогда, ну, миссия уже будет закончена. О, какая у нас тут пушка. Полковая. Сейчас посмотрим. Давайте. Чуть помахнуть кого-то. Немцы уже как бы здесь закрепились. Так, их уже надо выкуривать отсюда. Блин, немцы. Так, он все бронемашины клеит. Блин, промазал. Сейчас пойдем. На. Хорошо, что не успел еще на моей пушке проехать, тут там вообще. Так, блин. Косые вы такие, да? Мы уже тебе по танку попали. Вообще повылазили из своих позиций. Так, давайте купили новый. Ага. Так, давайте еще сюда. Да, давай еще. Так.
Ой, блин, все по пути проехались, конечно. Да уж, в принципе, тут хорошо понадобится. Сейчас еще штуки третьи поедут, это вот вообще поедут. Так, давай-ка. Так. У меня уже начинает нравиться. Красиво. Вот, все, поехали уже здесь. Так, вот сюда. Так, все, уже машина вон готова. Теперь тут главное не дать. Товарищ командир, мы вывозим раненых, прикройте. Все, раненых. А вот и наше подкрепление. Товарищ командир, мы с соседнего участка еле прорвались. Ну и пекло. Поступаем под ваше командование. Так, значит, истребители, давайте. Ух ты, как это хорошо. Давай, сюда, давай. Так, вот. Блин, козел по нашей. Вот тебе тварь нет. Так, одной считаем. Одного же грузовика нет. Сейчас свое управление выйдет. Так, наши уже говорят нас, сука. Одно это и правильно. Чем привлекательна эта игра? Тем, что тут именно нету намеков на так называемых наших союзников. Там про всякие высадки в Нормандии, там в Африке. Поэтому игра как бы и полюбилась. Еще игра как бы не от фирмы, не от той именно игровой студии, которая делала всю эту врага 2, не от Bestway, а от фирмы 1C. Всего несколько игр от фирмы 1C, это Диверсант Вьетнам, вот Черные Бушлаты и Штрафбат. Вот Штрафбат скоро, наверное, будет. Ну, забили по нему видео. А сейчас вот пока про Черные Бушлаты еще залью, видимо, вот это. Так, ну что ж, грузовик мы отправили. Давай. Все. Так, ну все, ладно, победа. Всем до скорых встреч, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.